Сотрудники администрации, инспекторы административно-пассажирской инспекции, судебные приставы и волонтеры провели рейд на общественном транспорте. В первую очередь проверяли работу терминалов и валидаторов, принимающих к оплате банковские карты. В рейд отправились и мои коллеги. Разворотная площадка на улице Волковская – стоянка практически всех маршрутов общественного транспорта городского округа. Здесь же инспекторы административно-пассажирской инспекции проводят рейды. В этот раз их интересовало наличие и исправность банковских терминалов. Аппарат напечатал чек с нужной суммой, значит, водитель может продолжить работу. Если он неисправен или вообще отсутствует, то там полагается штраф в размере 2000 рублей по статье 8.1, часть 2, вот, закон 37 по Московской области. Ну и, соответственно, выписывается водителю административное постановление за нарушение. Водитель не выдал пассажиру чек об оплате проезда – это тоже нарушение, наказание за которое 2000 рублей. При этом штраф могут выписать и пассажирам за безбилетный проезд. У водителя этой маршрутки чеки длиннолентой торчали из терминала. Понимаете, вы это должны отдать пассажирам. Пассажирам я его обратно выкидаю. Что мне с ним делать теперь? Прежде чем потом подмести, наверное, нежели вот такое происшествие, если такое произойдет, вы скажете, что их не было здесь. Как они докажут, что они находились в данном транспорте? Ну, если они не хотят брать, и что мне с ним делать? Вам водитель предлагал кому-нибудь вообще проездной документ? Кто отказал? Почему вы отказались? Вы знаете, что за это полагается штраф в размере 1000 рублей за безбилетный проезд? Проверки общественного транспорта инспекторы административно-пассажирской инспекции вместе с представителями администрации проводят постоянно. Реагируют и на жалобы пассажиров, которые не смогли оплатить проезд банковской картой. Поступает порядка 3-4 обращений в неделю. Все отрабатываем. И, естественно, надо наводить порядок и следить, чтобы действующее законодательство соблюдалось. Во время рейда судебные приставы проверяли у водителей наличие неоплаченных штрафов. Нарушений не выявили. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.